предметы и вспомнить отечественный кинематограф. То есть вы соединяете вот такую историческую направленность и с годом кино. Наши сотрудники провели исследование и выявили, что в 18 фильмах встречаются наши ставропольские места. Это такие фильмы, как «12 стульев», «Княжна Мэри», «Мужики», «Любовь и голуби», «Спаси и сохрани», «Герой нашего времени». Можно увидеть 9 городов Ставропольского края. У нас очень интересные будут специальные инсталляции, выставки-инсталляции, которые посвящены фильмам отечественным. Будет и демонстрационный показ «Детство мультимедиа», когда смогут заглянуть наши посетители в 3D 19 века. А что это значит? Не буду раскрывать секреты. Смогут посетители и увидеть старый с треском киноаппарат, на котором будут показываться кадры хроники, причем это фондовые будут ленты, которые...